Камиль, ты в руку мне наливаешь яйца! Что ты делаешь? Всем привет! Это канал Кикино. И сегодня, друзья, мы вместе с вами проведем очень веселый, популярный на YouTube челлендж, который называется 100 за 10. Мы должны будем разбить 100 яиц за 10 минут. Многим ютуберам это удавалось уже сделать, кому-то нет. Мы с Камильчиком посмотрели и подумали, неужели это так сложно разбить 100 яиц за каких-то 10 минут? Ведь это так легко, ударить по яйцу и все разлить. Но вдобавок к этому мы решили усложнить задачу, так как мы считаем, что это очень легко. И что мы должны будем сделать, Камильчик? Закрыть лицо масками! Да, и сделать это все вслепую. Я думаю, что у нас это получится, выйдет. А вы, друзья, тем временем, пишите в комментариях до окончания челленджа, кто в нас верит, в наши силы, получится у нас или нет. Кстати, кто не подписался на наш канал, подпишись прямо сейчас. Нажми на кнопочку, которая находится под видео. Вот где-то она вот здесь. А также нажмите на колокольчик, который находится рядом с этой красненькой кнопочкой. И будешь первый узнавать о всех наших новых видео. Ну что, я думаю, что пора приступать к нашему челленджу. Сейчас наш ассистент по имени Мама подготовит секундомер. Подготовила? Готова? Так, закрываем глаза. Только хорошенько закрывай, не подглядывай. Так, шелуху всю, скорлупу можно скидывать на пол. Мы постелили пленку, так что можно не переживать. Итак, на старт. А, ты говори. На старт. Внимание. Поехали. Ой. Ничего. Если разлил мимо, ничего. Старайся попасть в эту штуку, в ведро. Ай. Так, я думаю, что я попадаю. Я, по крайней мере, вот так немножко на ощупь. Если у нас переполнится, скажи нам вовремя, хорошо? Поменяем эту штуку. Емкость. Камиль, получается? Ой, да. Умочка. Уже 35 яиц. Камиль, ты тебя разбиваешь. Камиль, подноси яйцо приблизительно, ну, над этой штукой, над емкостью. И старайся разбить там. Че, мимо разлил? Ничего. Самое главное, что мы это сделаем, что мы разобьем все эти... Камиль, сильнее бахни посередине и все. Мне самое интересное, что мы потом будем делать с этим количеством яиц. Мама, тебя ждет огромный кулинарный день. Ты будешь готовить кучу вкусняшек. Слушай, я не вижу, у нас скорлупы много туда попадает? Камильчик, просто посередине бахаешь. Не бойся, но ножи у нас безопасные, ручку не порежешь. Так. Что? Кончиком ножа. Сколько? Много еще яиц? Много? Сколько? Хотя бы половину сделали, я просто не считаю. Нет, половину не сделали. Половину не сделали, у вас полторы минуты прошло. Полторы минуты? Да, прошло полторы минуты. Отлично. Ой. Ну, сколько мы сделали? Хотя бы приблизительно. Ой. Я чувствую, скорлупа во все стороны летит. Слушай, реально, что мы будем делать с яйцами? Одну минуту вам придется подождать. Стоп. Что случилось? Я меняю тарелочку. А? Да ладно, а мы еще половину не сделали? А у нас емкости, хватит емкости столько всего? Хватит, у нас все хватит. Надо было тазик, прям тазик сразу. Поехали? Да, да, давай. Что, новая емкость или другая? Ну, та же самая. Ой, то есть, все, поехали. Так, я попадаю? Попадаю. Камиль попадает? Да. У меня много яиц? Я сразу два! В смысле сразу два? Как такое возможно? А? Как такое возможно сразу два яйца? Два яйца! А я сразу три! Наверное, вместе с рукой! Получится яичница с мясом? С пальчиками? Ой. У меня голова кружится, я почему-то теряюсь в ориентации уже. Камиль, не так. Давай. Камиль, ты что там? Со скорлупой вместе? Ой, у меня на руку вылез. Ну что там, у меня еще много яиц? Камиль, ты в руку мне наливаешь яйца? Что ты делаешь? Так, у вас уже 3 минуты. Давай договоримся по очереди. Раз, блин, Камиль. Я быстрее Камиля буду. Я попадаю? Попадаю. Блин, Камиль так не считается, ты мне все руки уже испачкал.
Улетело? Одно яйцо улетело. Но оно хоть его попытался разбить или как? Да, попытался, но не в счет, я считаю. Ой! Не в счет? А. Ладно, если что, это будут штрафные секунды. 30 секунд минус. Так, ребята, у вас уже 3 минуты 40 секунд. Сколько? 3 минуты 40 секунд, но вам не... Слушай, я наловчился. Я наловчился. О, это очень легко, я тебе скажу, смотри. Вот, хоп, аллей, хоп, аллей, хоп, аллей, хоп. Стойте. Что случилось? Стойте, мы... О, у меня яйца, все, у меня яйца закончились. Камиль, я могу тебе помочь. Да, вы... Давай мне немножко яиц. На, бери, сколько хочешь, возьми. А ты не подглядывай, ты... Нет, подглядываешь? Нет. Давай мне. У нас еще много времени в запасе? Да, у вас еще есть 6 минут. Отлично. Ну, так это проще простого. Хотя у нас еще пока яиц. О, смотри. Что случилось? А? Камиль, твою чашку разбил. Я чувствую его рука вот здесь. Так. Ай, яички. Яички. Так. Ой. Ой, смотри. Камиль, ты что, видишь? Подглядывать нечестно. Ты чё? Ты на мои руки льёшь. Он не видит ничего, потому что он просто эти яйца повсюду разбил. Да он на меня, он мне на ладошки их льёт. Так он видит. Тогда давай я подставлю ладошки, и ты будешь мне в ладошки, а потом... Подожди, вот сюда, по-моему, да. Так. Все, у меня яйца закончились. Камиль, у тебя еще много? Нет. А у вас еще в запасе 5 минут. Я у тебя взял сколько, не знаю, 3 яйца. Все, ну-ка. Все, yes, я закончу. Ой, куда я бахнул? Что ты делаешь? Это что? Это желток. Так. Так, ребята. Много еще? Все, кажется, все. Точно? Да. Yes! Вы управляете 5 минут 33 секунды. Папа, снимай. Кидай его туда. Все, друзья, мы это сделали. Челлендж, как говорится, пройден. Пройден. Мы сделали все как надо, мы уложились, еще усложнили себе задачу, сделали это вслепую. Так что пишите в комментариях, те ребята, кто в нас не верил. Как там говорится, пардон, мы это все сделали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому понравилось наше видео. Обязательно подпишитесь, нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. До новых встреч, друзья, всем пока! Я из-за которой это разбросали по всему просто.